Невыносимая боль в спине, рассказывает один из пациентов реабилитационного центра, долгое время не давала ему не то что наклониться, даже сидеть. А на дорогу к тому же центру, куда мужчину направил врач, уходили часы. Да и очереди на прием ждать приходилось месяцами. Но это в прошлом. Сегодня в индустриальном районе открылось новое отделение. Намного удобнее, если на Лебедевского на гору мы ездили от часа до полутора, так скажем, добирались вот с Ленинского района. А сейчас сюда 20-25 минут без проблем или на машине, либо на автобусе. Здесь можно пройти курс физиотерапии и получить психологическую помощь, а еще заниматься лечебной физкультурой в группах и на тренажерах. Профили медицинской реабилитации могут быть абсолютно разными. Это заболевания опорно-двигательного аппарата, периферической и центральной нервной системы, а также соматические заболевания. Например, это новая коронавирусная инфекция, онкологические заболевания и кардиология. Помощь в центре оказывают бесплатно по полису обязательного медстрахования. Направить пациента может лечащий врач. К слову, сегодня в учреждении принимают до 60 пациентов в день. Это не только жители района, но и всего края, и даже соседних регионов. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.